Ну что ж, всем привет, с вами я за Боевитом. Мы сейчас играем Car Mechanic Simulator 21. Продолжаем сюжетные задания. И так, опять у нас эта машиночка. Сиксончик, цибульончик, ебать. Так, добрый день, я попал в ДТП. Похоже, что мой любимый спортивный Сиксон сильно поврежден. Какой-то драндулет выехал с боковой улицы. Я даже не успел среагировать. Все произошло так быстро, я увидел только облако дыма из-под капота. Когда я вышел из машины, оказалось, что все не так уж плохо. Немного разбит бампер и повреждена фара. Несмотря на странный шум из-под капота, я решил поехать домой. К сожалению, мой план, мягко говоря, не удался. Через 100 метров я заглох, думаю, что поврежден аккумулятор, потому что теперь машина вообще не заводится. Узнай, что произошло, и сделай все, чтобы она работала. Запчасти не обязательно должны быть новые. Важно, чтобы они были сносными, сносными для кошелька. Хорошо, берем, посмотрим. Новые. Да, бля. Пойду искать запчасти. Ну, конечно же. На свалку. Ну да, так, давай по электрике посмотрим. Да, давай три части эти поменяем. Аккум, кстати, можно подзарядить, если что. Так, а ну, давай. Вот так вот. Подожди. Там было повреждено, я не понял. А, радиатор. Понял. Ну ничего страшного. Там тоже иногда бывают проблемы с фильтром этим. Так, окей. Сейчас ставить аккум на зарядку. Где-то у нас здесь. Давай, ставим. И он там можно починить. Угу. Все, что мы можем починить. Ладно. Сколько там аккум будет? А уже может снимать? Ё-моё, как быстро, слушай. Как быстро. Ладненько. Давай пробовать. Не, она. Не хватает масла и плюс она не заводится. Там было бы W. Ё-моё, масляный фильтр. Стартер в порядке. Это у нас в порядке. Понятно, коробку передач придется снимать. Фух, коробка, блин, передач. Походу из-за нее она не запускается. Ладно. Ставим туда на подъемничек. Поднимаем, снимаем. Эту все. А подрамник ему нужно начинить, нет? Это будет жестко, конечно. Если еще и подрамник придется чинить. Так, руки. Я так понимаю, вот это все нужно поменять. Подрамник даже. Радиаторы всякие там.
Так, хорошо, я еще не... А, с этой стороны не снял. Так, окей, хорошо. Может, мы подрамник еще сможем починить. Это было бы очень хорошо. Ну, я думаю, что все-таки вряд ли. Окей, подрамник. Нужен масляный фильтр. Ага. Так, подожди. А, стартер, точно. Ой, один гребаный стартер, блядь, с моторного отсека. Ну, твою мать. А теперь подъемник. Смотрите, как раз масло сольем. Шоли. Так, давай. Угу. Блять, капля. Ой. И все, что ли? Здесь все в порядке. Здесь все в порядке. Ладно, пошли смотреть коробку передач, починить можно? Не, ну то, что... Бля, понятно, нельзя. Понятненько. Так, идем сюда, смотрим. Да, там только левая часть получается. Блять, у меня одна была такая. А! Твою налево. Нужно было изначально проверить. Ну да ладно. Лишним не будет, я бы так сказал. С этой стороны вроде все ясно. Окей, это что это? Колеса. А то вдруг от другой машины какую-то поставлю. Так, хорошо. Сальный блучик. А сколько, кстати, у него? 90%, ладно. На всякий случай. Подожди, его заменять нужно было. Или заменять-то лучше уже 100% поставить. Потому что где мы будем искать, непонятно. Так.
Так, там мы купили. Так, ступица есть, это прекрасно просто. Отшипничек тоже. Ну и вентилируемый тормозной диск мы тогда купим, чтобы не терять время, так сказать. Окей. Да, суппорта нету, жалко. Окей. Теперь передний аморт нужен. Амортизатор. А у меня, кстати, был здесь. Больше нельзя. Больше нельзя. Это 56%. Передний амортизатор А. Теперь пружина. Так, окей, передняя пружина и опорная стойка, да, вроде? Опор. Блять. Ага, вот эта херня. Ну, просто не знаю, есть она у меня, нет. Ну, вроде какая-то была, ну ладно. Так, вот эту стоечку стабилизатора нужна. Рулевая тяга еще. Так, и бомба, наконечник. Так, очень отлично. Диск, я так понимаю, тоже нужно менять. Диск классик. Для начала нужно узнать размер какой-то. Одна деталь не найдена, блядь. Ой, ты ж писец какой. Покрасить еще в заводской цвет, ну уж прикольно, хорошо. 17-е? 17-е диски. Отлично. Так, шина. Шина 215-45. 215-45-17. Это какая? Стандартная. Угу. Стандартная вот это, да? 17, 215, 45. Давай еще настроим ее и пошла на машинку. Может, кстати, попробуем завести. Может, заведется. Это мужчина после ДТП, блин. Наш у нас уже была. Теперь вот в ДТП попала. О, как. Как бывает-то. Так, отлично. Отлично, давай выгоним ее или...
диагностическую линию. Так, масла нету. Логично, потому что мы его слили все. О, она заводится. Отлично. Это очень хорошая новость. Радиатора не хватает. Понял. Так, подожди, давай проверим топливный. Какая-то еще одна деталь должна быть. Так, заебок и убедишки давай. Просканируем. Может, какая-то катушечка или еще что-нибудь там отошло. Не, нормально все. Ладно, мы так радиатор поставим. Окей. Так, это еще вентилятор нужен. Где он? Ага, вот этот. Отлично. Окей, какую же деталь нам поменять-то нужно? Все равно висит. Деталь не найдет. Ну давай проедемся. Тестовый трек. Так, где она у нас? О, сколько у меня машин, слушай. Не хватает тормозной жидкости. Окей. Это все машины... Ага, охлаждайку давай зальем еще. Все машины, мой капитал, который здесь есть. Все в машинах. Весь, точнее, капитал в машинах. Мне интересно, сколько там вообще выйдет. Так, окей, вроде все залил. К чему оно может придраться? Давай, сексон. Да ё-моё, вы задолбали. Это не так, то не так. Все, нормально.
Можно ехать. Наконец-то. Спасибо. Спасибо за то, что мы можем выехать наконец-то. Может, все-таки покажет нам последнюю деталь. Хорошо, типа да. Ну, блядь. Страх. Нету, блядь, а что за деталь нахуй? Я охуевший сейчас. Это непонятно. Что за бред? Да нет, блядь, все же нормально, все проверил. Тупо все подряд проверил. Ну, свечи бы тоже выдало бы. Ты по задней подвеске тоже бы все было показано. Чего очень странно. Ладно, давай пока кузовными деталями заниматься. Посмотрим потом. А может быть, все-таки что-то другое. Давай вот так вот проверим. А, подожди, бачок, походу. Вот этот. Сука, точно. Я смотрю на него. Я вроде его никому никогда не менял, типа. Думаю, да ну нет, наверное. Ладно. Снимаем это говно. Пиздец. Я на него смотрю, что-то оно такое странное и грязное, блядь. Нужно было сразу проверить его. Ну вот, теперь уже все. Да, да, так. Левая передняя фара. Левая передняя. Так, давай списочек уберем. Передний бампер, да. И вот это. Четыре детали были там. А, номерной знак, точно. Так, окей. А номерной... Ага. Точно. Хорошо, и номерной знак тоже. Правда, с задним не совпадает немножко, но это полбеды. Это такое. Так, покрасочные. Поехали. Заводской он говорил, да? Белую. Белую. Красота. Да? Вообще просто. Другие задания. Фары нужно проверить еще. Так, окей. Да, ушло, конечно, далеко. Отрегулируем сейчас.
Ага. Нормалечек. Так, похер, пускай так будет. Все, нормально. Все, можно ехать спокойно. В Алабаму. В Алабаму отправляйся. Завершить заказ. Да есть же. Смотри, еще ящик дали. Давай откроем. Посмотрим. Да экспу. Спасибо. Отлично. Что, я так понимаю, нам еще один уровень нужно качнуть, чтобы открыть задание. И таким образом мы... А, уже 19-й. Я думал, до 20-го там типа задания, но... Но, походу, до 30-го уровня задания, мне что-то кажется. Ну ладно, посмотрим. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Забавитр. Всем пока-пока.